Всего-то несколько обрезков трубы разного диаметра, но если художественно и со вкусом их скомпоновать, получается настоящий арт-объект – новогодняя елка. Она может быть из чего угодно. Как сделать елку из подручных материалов, учат волонтеры культуры. Онлайн-проект «Елки-арт» призван, чтобы праздник, созданный своими руками, пришел в каждый дом. Ребята будут создавать новогодние арт-елки своими руками из подручных материалов. Например, за моей спиной находится арт-елка, которую создали волонтеры культуры Самарской областной юношеской библиотеки. Они создали ее из труб буквально за 3 дня. Елки могут быть созданы, например, из картонных коробок, бутылки. Это может быть ткань, это могут быть подвешенные к потолку, например, новогодние шарики, созданные своими руками. Сегодня в прямом эфире рисуем новогодние открытки. Это только один из видов елочных украшений. Но когда они сделаны своими руками, то и отношение к произведению искусства более трепетное. И потом важен не результат, а процесс. Давно известно, что работа красками и кистью успокаивает, создает атмосферу тепла и уюта. Открытки, конечно, могут быть разнообразны, но этот мастер-класс, он направлен для тех, кто вообще не умеет рисовать. Поэтому я буду показывать. Но, как мы все знаем, каждый художник рисует по-своему. Все открытки будут разные, даже если у них сюжет один и тот же. Мастер-классы проходят в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом». В Самарской области в первом включении участвовали все муниципальные образования. Они продлятся до 30 декабря, чтобы у каждого было время превратить свою квартиру в праздничный арт-хаус. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.